Я сел в свое удобное кресло, это значит, что пришло время для новой истории. Сегодня я вам поведаю о группе Man with a Mission. Итак, группа была образована в 2010 году в городе Токио, район Сибуя. Особого внимания требует имидж и предыстория группы. Участники группы – высшая форма жизни, выведенная биологом Джимми Хендриксом. Участники группы носят маски волков. Жанр исполнения – рэп-метал, хард-рок и альтернативный металл. Также в своих песнях они используют два языка – японский и английский. Участники. Диджей Санта Моника, диск Жакей. Токио Танака, вокал. Жан Кен Джонни, вокал и гитара. Камикадзе Бой, бас-гитара. Спир и Рип, ударная. Спасибо за просмотр, это было вкратце. На фоне играет композиция Brave It Out. Adios.